не могу вам сказать, каким образом, но главное то, что он разъезжает по городу и называет себя скотским советником. И поэтому я вас прошу объявить, чтобы поймавший предоставил его немедленно ко мне в самом скорейшем времени. Вы посудите в самом деле, как же мне быть без такой заметной части тела? Это не то, что какой-нибудь мизинец на ноге, который я в сапог, и никто не увидит, если нет его. Я бываю по четвергам у статской советницы Чекторовой, подточена Пелагея Григорьевна, чтоб офицерша. И у ней дочка очень хорошенькая, вы посудите сами, как же мне теперь? Мне теперь к ним нельзя я быть.